дорогие студенты, абитуриенты, организаторы, молодежь сегодня присутствующая в зале. Сегодня мы проводим День молодежи, День студентов, который будет сопровождаться различными общественными, игровыми, интеллектуальными мероприятиями. Сегодня у нас присутствуют абитуриенты из школ Петербурга, которые тоже будут участвовать в этом мероприятии, знакомиться с нашим вузом. Вуз наш, созданный в 1932 году, до сих пор остается одним из первых вузов по успешности наших выпускников. Вот эта успешность в течение многих лет функционирования нашего вуза определялась не только высоким качеством образования, но и активной общественной жизнью. Сейчас время глобализации, время четвертой интеллектуальной научно-технической революции ставит немножко другие задачи, чем раньше, по успешности карьере выпускников, студентов, абитуриентов. И одним из ключевых таких проблем, которые надо будет решать, это умение решать комплексные задачи, умение быть креативным, умение брать на себя ответственность при решении задачи, лидерские качества, вот все они определяются в различных игровых ситуациях. Поэтому я надеюсь, что сегодня день будет для вас успешным, абитуриентам понравится наш вуз, студенты нашего вуза получат дополнительные стимулы к лучшему образованию, к лучшей карьере, дополнительные навыки. И все вместе мы продвинем наш процесс воспитания, образования, обучения. Мы готовим будущих лидеров нашей страны. Спасибо. Успехов в будущей карьере молодежи. Спасибо.